ребята. Добрый день, взрослые. Эта выставка действительно необычная. Почему? Потому что вот я нашла кое-какой материал, фотографии. Первая наша выставка, создание, когда студия создалась при Славянской гимназии в 2003 году, первая выставка была именно в читальном зале библиотеки. Я даже вот фотографию нашла такую. Еще, чем она необычна? Вот в центральный стол представлены в основном работы первого и второго класса начальной школы Ахтминской гимназии. Эти работы представлены впервые. Ну и часть работ, конечно, есть детишки, тоже первый, второй класс. Здесь есть фотографии и работы основной студии «Роспись по дереву». Вот все дети, которые здесь присутствуют, эти маленькие, своими ручками, они здесь выставлены по второй досочке. Первую досочку, конечно, видно, жалко дома. Дома мы оставили без фона. А здесь вот все детишки, они узнали здесь свои досочки. И плюс еще я в противовес вот этой маленькой выставке, именно детской, детскими руками, значит, взяла двух своих детей с основной студии, они уже здесь, в Коплоярве занимаются. Диана Петрова, к сожалению, очень заболела. Это ученица 4 класса. Часть досочек мы сюда представили. На что нам равняться? Вот в противовес.